Региональное управление Роспотребнадзора проводит горячую линию по новым правилам размещения молочной продукции в торговых сетях. Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты – теперь эти понятия различаются и разделяются на полках магазинов. Надписи на ценнике. Про ценники говорится в инструкции. А в правилах же у нас говорится, должна быть надпись и отдельная витрина. Не смешивание этих продуктов. Смешивание товара – главное нарушение выкладки молочных продуктов. По новым правилам товар должен быть разложен так, чтобы покупатель сходу увидел, где молочная продукция, где молокосодержащая, а где составная. Фактически речь об отдельных витринах. Новые ценники на прилавках появились уже давно. А вот раздельную выкладку участники рейда не увидели. Нашлись и другие замечания. Например, к ценникам на товарах без заменителя молочного жира. Они должны быть зеленого цвета, по правилам, чтобы привлекать внимание потребителя. А у вас и должна быть вывеска, как понимать вот это сокращение. В целом работа начата, а вот довести ее до конца не так просто. Одна из проблем – внутренние правила магазинов. Например, единообразное расположение товара устанавливается на всю сеть и пока еще новым требованиям не соответствует. Но если магазинам новый порядок доставляет хлопоты, то потребителей нововведение устраивает. Удобно, конечно. Почему? Потому что где качественное, а где некачественное. Наверное, удобно, чтобы было нормальное молоко. Хотелось бы. Цель рейда не только контроль, но и разъяснительная работа. Как с потребителями, так и с магазинами. К слову, последние замечания к сведению приняли. Обещают все исправить. Мы сейчас почитаем всю инструкцию, как должно быть. Конечно, своему руководителю сейчас донесу информацию. И как нам скажут, так и сделаем, все исправим. Следить за исполнением правил просят и покупателей. В случае обнаружения нарушений действовать просто. Первое, это что нужно сделать, запись в книге отзывов и предложений о том, что в таком-то магазине, такого-то числа, при выборе молочного продукта столкнулся с тем, что нет отдельной, допустим, отдельного показа молочных продуктов. Эту запись лучше сфотографировать и позвонить в Роспотребнадзор. Задать вопросы и проконсультироваться по новым правилам можно также по 25 августа по телефону горячей линии 8 800 555 49 43. Наталья Хмелева, Михаил Серов, новости. Новгородское областное телевидение.